Максиму Гришину из Кирова всего 2 года и 9 месяцев, но он еще никогда не ходил на своих ногах. Виной тому грозный диагноз – спинально-мышечная атрофия, болезнь, которая каждый день берет свое, и помочь ребенку нужно как можно быстрее. Средства на лечение собирают по всей стране, а в нашем городе в пользу малыша стартовала благотворительная акция по сбору макулатуры. Спасибо вам огромное за ваш отклик, за то, что вы принимаете участие в нашей благотворительной акции. Она посвящена Максиму. На специальную стойку в торговом центре «Ларец» каждый желающий может принести макулатуру на вторичную переработку. И с каждым часом стремительно растет число коробок со старыми журналами и газетами, ненужной бумагой, разнообразной упаковкой. Максим, зови. Это пример того, что помочь может каждый. Тут дело не в финансовой помощи, а о том, чтобы хотя бы собрать макулатуру, которая есть у любого человека дома. Да, это какие-то бумаги, картонки, коробки. И это все может помочь маленькому ребенку. С удовольствием приняли участие. Вчера с детьми вечером перебрали все полки, поэтому такое некое расхламление для нас и большая помощь для Максима. Здоровья ему крепкого и скорейшего выздоровления. Спасти маленькую жизнь, а еще и подумать о природе. Эту акцию можно смело назвать эколого-благотворительной. В ней сразу 2 вида помощи. Идея ее создания принадлежит Анне Катасоновой, которая призывает принять участие и жителей, и организации нашего округа. Привезти можно любое количество макулатуры. Мы договорились с благотворительным фондом, бочки которого стоят по всему городу, в принципе, все его знают. Они в воскресенье отправят сюда машину, и все, что мы загрузим в машину, они переводят в денежный эквивалент. И все вырученные деньги будут направляться на лицевой счет Максима. Для выздоровления Максиму Гришину нужен всего 1 укол – препарата «Золгенсма», который является самым дорогим лекарством на планете. Необходимая сумма – 164 миллиона рублей. На сегодняшний день собрано порядка 20%. Можно в эту сумму не верить, но такие сборы закрылись. Уже закрыто в прошлом году 25 сборов, и 25 детей получили этот укол. Поэтому это реально. Но здесь нужны силы всех. Помочь малышу можно и самым доступным способом – перевести деньги на банковскую карту мамы Максима. Ее номер вы сейчас видите на экране. Что же касается пункта по приему макулатуры, то всех неравнодушных здесь ждут с 10 до 22 часов. Найти пункт по приему макулатуры очень просто. Он расположен недалеко от центрального входа в торговый центр «Ларец» и открыто 24 октября включительно. Приходите. Важна помощь каждого. Екатерина Коваленко, Александр Логинов. Видное ТВ.